Ну, давайте. Цветы в студию. Это громче надо. Цветы в студию. Для них. А вы им вручаете. Паш, отдайте цветы. Так, а это вам. Спасибо. А поцелуй он так и не дождался. Спасибо. Спасибо. Вы кто? В настоящее время временно не работаю. По образованию юрист. А что-то вы временно не работаете? К сожалению, безработицу у нас еще никто не отменял. А вы какой юрист? Вы кто? Вы юрисконсульт, вы адвокат, прокурор? Помощник судьи, бывший. Угу. Подарки в студию. Так надо понимать, что это конфискат. Нет, это наша глазуновская продукция, экологически чистая. Никакого конфиската там нет. И химии тоже нет. А если вы безработный, где вы это взяли? От насельчане передали. А так вы на селе живете? Фактически проживаю. А зарегистрирован в городе. Но живете-то вы в селе? Да. Это большое село? Да, большое, поселок городского типа, можно сказать. Но когда сообщили, что вас приглашают на поле чудес, в селе все знали, что вы едете? Всем рассказать не успел. Большое у нас село. Ну, кто-то знал? Знали, конечно. Провожали вас? Провожали. Но... Вас как провожали-то? Большой пышности у нас не было. Проводили, да и все. Судя по тому, как вы говорите об этом, так не на поле чудес, так в последний путь провожаем. Какой ужас! А вы один живете, извините за некорректный вопрос? Нет, с родителями. А, родители живы, слава богу? Что? Живы, здоровы родители? Здорово. Ну и подай вам бог. 350 очков, вы задание-то помните? Про музыкальный инструмент там что-то. А что? Какой-то там музыкальный инструмент, играли на нем. Когда играли-то, когда? На каком-то мероприятии, вылетело из головы. Триста пятьдесят очков. Буква? Ще. Щука. Откройте букву Ще. Назовете слово? Да. Ну? Трещотка. И он абсолютно угадал! В носе стоит национальное блюдо. Да вы не пейте вино, вы сначала вертуту попробуйте. Ну что ж, кто это не пробовал вашу вертуту? На, это мы-то. Вы, простите, вы... Пьющий? Нет. Вообще? Крепче кваса ничего не пью. Ну ладно, за здоровье. Ну, чуть-чуть. Ладно, только саму малость. Стаканы в студию. Пусть я нажил себе врагов в студии, и я пью их вино. Сейчас я налью. Дай вам бог. Пусть ваша жизнь будет, как это вино. Леонид Аркадьевич, у меня к вам просьба еще будет. У моей бабушки... Вы хотели привет передать? За подарки спасибо огромное Сидорову Александру, Ермаковой Валентине, Андряхиной Светлане и Щерпилиной Марине. Хочу также передать привет моему отцу Валерию, моему брату Анатолию. Привет в Омск. Юре, Жене, Ире, Григорию, Татьяне, Ивану, Елизавете.
эфире «Капитал Шоу» «Поле чудес». Финал. Хорошо. А вот задание на финал. Как, согласно словарю Брок, Гауза и Эфрона, называется музыкальный инструмент в виде металлической тарелки? Подумай. Привет передать. Еще передаю привет Днепропетровск, Фисуну Виктору и его семье. Еще хотел бы попросить Телегина Федора Викторовича, чтобы принял меня на работу в какой-нибудь район. Федор Викторович? Да. Федор Викторович, вся студия в едином порыве. Вместе со всем Первым каналом. Умоляет вас, примите его на работу в какой-нибудь район. 350 очков. Буква О, Ольга. Нет, неверно. Металлическая тарелка. Значит, музыкальный инструмент, металлическая тарелка. 800 очков, буква Ш, шапка. Откройте букву Ш. Назовете слово? Да. Ну? Покуши. И перед нами победитель! И перед нами победитель! Присаживайтесь. Вы набрали 1150 очков. Теперь можете выбрать все, что заблагорассудится. Видеокамера и мобильный телефон. Видеокамера и мобильный телефон. Но у вас 1150... Но у вас еще 100 очков есть. Еще сюрприз. Устраиваем? Спасибо. Видеокамера, мобильный телефон и сюрприз в студию. Вот мобильный телефон. Это стиральная машина. Мне остается только предложить вам сыграть суперигру. Нет, спасибо. Почему? Хватит. Точно? Да. Это абсолютно ваше право. Вы победитель! Капитал Шоу «Поле чудес». С вами мы прощаемся ровно на одну неделю.